Апатийский политехнический колледж просит помощи. Весной в стенах учебного заведения пройдет региональный отборочный чемпионат профмастерства. Это состязание среди студентов колледжей и молодых специалистов. Цель чемпионата – повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Апатитскому колледжу досталось поварское дело, учитывая заслуги в этом направлении. Но стандарты проведения чемпионата всемирного движения такие, что учебному заведению в Апатитах необходима существенная модернизация, а денег на это нет. Того, что на сегодняшний день мы имеем, недостаточно. И средств, которые нам выделяет областной бюджет, как наш учредитель, конечно, недостаточно для того, чтобы провести такую серьезную реконструкцию. И я просто хочу обратиться ко всем предпринимателям, может быть, частным лицам, может быть, большим производствам. Просим помочь, может быть, финансированием, выделением строительных материалов, выполнением каких-то таких особых вот этих требований стандарта. Что и мы готовы этим предприятиям оказывать свои тоже образовательные услуги на льготных условиях. Сумма, вот, которую мы предварительно оценили, вот эти все мероприятия организационные, технические, и связанные уже с проведением самого конкурса, 1 800 000.